Фу, воздух выдыхать. Смотри, чего сюда или выше пойдем? Да пойдем сразу на самую. Ну, там, я не знаю, что это не видно. Деревянная просто это. Это вот он уже такой узкий, да? Сейчас просто в дверь упремся. Ну хотя бы сам факт приятный того. Тут он щелки есть можно. Блин, у меня уже страшно. Так-то там сюда можно что-то. Набира есть, доски нет. Тут что? А вот здесь вообще отсюда можно, если надо что-то. О-о-о. Здесь вообще. Похоже, руку высунуть. Сейчас на шнурок одеть. Так. Как-то еще по железным тогда лазаешь, еще ладно. А по деревянным молочки. Так, все, дверь. Такие досочки страшные на ступеньках. Раньше не было замка, так можно было туда поднуться еще. С часов посмотреть. Сейчас там все нужно. Это вот перед часами, да? Да, там вот сразу же, если сюда открыть, там немножко часы будут. Пойдем обратно. Старая-старая дверь, которая хранит тайны времени. Так, теперь бы не провалиться, а вы вниз туда. Не хочу. Деревянные ступеньки. На верхотуре. Это жесть. Это нужна привычка. Это что за досочка такая прикольная? Место ступеньки, наверное, подкладывать. Сейчас никто будет часовщика у нас стоять, просто больше никому не достать. Можно свистнуть. Если часовщика выловить, то там приходит нас меня. Часов 9, да, 10. То можно, конечно, с ней подняться. Да, он будет, нет. Да ну тут да, не угадаешь. Ну что, сюда пойдешь, не пойдешь? Пойдем. Красота. Матово, все так приятненько так. Кстати, да, кресты надо там снять. Так.